Всем привет, с вами Тормак, и сегодня мы играем в Planet Coaster. Что ж, давайте начнем сегодня не готовые сценарии, а будем уже играть и строить свой собственный парк. Давайте выберем, и надо теперь определиться, какой же тип местности мы выберем. Тропический. Я думаю, мы так и пойдем с вами по порядку. Я думаю, мы не обойдемся с вами одним парком, а будем строить разные. Мне очень хочется попробовать и каньон, и все остальное. Но те задумки, которые у меня сейчас есть в голове, очень хорошо подойдут к тропическому. Ну что ж, давайте начнем. Хард? Конечно, хард. Парк нейм. Да, на самом деле не имеет значения. Там это название нигде не фигурирует. Поэтому начинаем. Вот, дождались мы с вами. И начинаем строить свой парк. Ну что ж, давайте начнем. Надеюсь, мы с вами... Что это такое было? В первую очередь хочу найти границы парка. Да, вот они. Раньше они были здесь. Вот так вот был квадратик. Теперь вы посмотрите, как их увеличили. Я уже в прошлых сериях говорил, что происходило увеличение территории. Давайте начнем строить. Так как это у нас наш парк, мы с вами будем уделять экономике одни серии, и будут некоторые серии, где мы будем уделять внимание именно красоте. Будем с вами строить домики и... Так, сейчас у меня включена пауза. Вот, теперь пауза включена. Так, ну что ж, давайте-ка начнем. 5 и 7. Как-то здесь очень узенько. Ну, с одной стороны, это даже хорошо. Им будет не так легко покинуть наш парк. Но давайте начнем. Предлагаю... перейти на шестерочку, да, и будем готовить вход. Первоначально у нас, кстати, очень мало денег, как вы видите, поэтому надо будет брать кредит. Раз уж мы с вами выбрали хард, то нужно соответствовать этому харду. Так, это у нас наша центральная дорожка, и сделаем несколько ответвлений. Вот таким вот образом. Пока что делаю их прямые. Вы поймете зачем. Чтобы делать соединение. А потом они уже пойдут гулять у нас как угодно. То есть это будет такой вот вход. Он будет выглядеть... Сейчас. Вот так вот. Постараемся его сделать. Очень жалко, что игра не позволяет делать большие площади, но мне кажется, ничего страшного. Мы с вами разберемся. Ой, я уж хотел здесь площадь делать. Нет, нам нужно вначале заработать денег. Основное, где наша банка? Так, сколько нам предлагают? 10 тысяч. 20%, 5000 по 30%. Слушайте, нехило так предлагают. Ладно, берем 10 тысяч. И начинаем строить. Так, ладно, нужно сделать тропинки под... определенные. Сейчас. Даже давайте две сделаем.
под определенные магазинчики. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, блин, я все забываю, что у нас... Сейчас, Ctrl-Z, да, все можно исправить. Вот. Будут у нас места для отдыха. Это что у нас тут такое? А, голубь взлетает. Да. Хорошо. Теперь магазинчики. Так как я вам обещал, что мы будем строить все сами, но не забывайте, у нас экономическая составляющая здесь присутствует. Мы с вами начнем с того, что будем строить вначале простые. А когда заработаем чуть-чуть денежек, обязательно построим, будем строить уже украшения вокруг них. Я бы на самом деле бы, здесь вообще бы целый ряд домов бы сделал бы очень красивый. Да уж. Ладно. Выбираем обычные элементы. Да, я понимаю, что все это будет сейчас первоначально выглядеть очень некрасиво, но нам нужно просто заработать денег. Мы просто намечаем, где у нас что будет. Так, бургеры. Вот таким вот образом. И питье. Так, давайте даже по центру поставим. Вот таким вот образом. Ага. И так, что нам еще нужно будет? Сколько у нас денег-то осталось? Ну да, они сейчас дешевые, без всех этих дополнительных элементов они достаточно дешевые. А у нас ничего не изучено, да? Туалет изучен. Хорошо, поставим туалет. АТМа нету. Да, еще на изучение придется тратиться. Ладно. Потом мы все это, говорю, переделаем, так как наш парк должен быть красивым, а не вот так вот похабно выглядящим. Следующее, это у нас аттракционы. Основное, да, давайте вот так вот выберем. Ууу, как все скудно. Вы видите это? Да уж. Ладно, каруселька. И нужно будет ввести теперь правильно очереди. Подразумеваю под правильно, нужно не забывать о том, чтобы заставлять их покупать на нужные им аттракционы. VIP-билеты, чтобы не стоять в очередях. То есть очереди желательно делать длинными. И заставлять наших любимых, так сказать, посетителей покупать VIP-билеты. Давайте мы сейчас сразу же сделаем VIP, по-моему, шестереночка, да. Не понял. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, здесь не встает. О, надо же, соединили. Нет, мне так не нравится.
Я думаю, хватит вот этого расстояния, но я забыл, что вблизи входа и выхода ставить нельзя. Ладно, давайте переделаем. Так. Где у нас все это было-то? У меня уже выбрано... Да. Ух. Удаление правой кнопкой мыши, поэтому... Хотя, блин, можно было выделить и... Давайте поставим по-другому аттракцион. Я его не зря убрал. Мы его поставим чуть-чуть подальше, чтобы можно было более красиво сформировать очередь. Вот так вот. И вход... Ладно. Вход, выход сделаем так же. Только теперь нужно сделать... Немножко по-другому. Давайте вот так попробуем. Так, чуть-чуть назад. Вот таким образом попробуем сделать. Вот, мне кажется, вот отсюда до сюда она должна пройти. Еще раз попробуем. Да, наш парк будет строиться очень долго. Да, видите, вот встает оно нормально. Вход. Выход. Блин, а вот выход не хочет вставать. Да, вот аж только здесь он. Что ж ты так? Да, вряд ли. Вход. Здесь не хочется ставить. Блин, ну что ж за... Вот только здесь. То есть ее надо было вести... Хорошо, давайте сделаем по-другому. VIP-зону поведем вот так вот. Потом исправим, если что. Сейчас я поверну камеру. Это что такое было за звоночек такой? Хорошо. Это убираем. Открыть аттракцион. Выставить денежку чуть-чуть побольше. Хорошо. Так, нужно придумать как-нибудь по-другому вести очереди, потому что такой вариант мне не очень нравится. Так. Следующий. Вот этот полетик тоже можно сделать... Вот здесь выход тут. Ну и давайте попробуем его. Вот так.
Ну, для такого аттракциона такая очередь. Ну, зато, если что, они будут 100% хотеть пройти по короткому пути. Давайте выберем его и здесь же опять поставим. Так. Вот, наконец-то он встает. Так, теперь, чтобы здесь все... Да ёшкин ты кот. Во, встал, ну надо же. О! Вот представьте, вот если бы у вас был выбор стоять вот так вот очередь, либо здесь войти, пройти и сразу же оказаться на аттракционе. То есть оказаться в предпоследнем соотношении. Ну да, наверное, правильно они сделали, что нельзя в самый, чтобы хотя бы те, которые стояли, не так сильно злились. Ладно, тоже включаем, денежку набиваем. Давай, хватит. Два аттракциона. Хорошо. Ну что ж, надо запускать наш парк. Снимаем его с паузы и начнем изучать. Изучение мы с вами поведем... Ну, в первую очередь, конечно же, аттракционов, сувениров, потому что сувениров у нас вообще нету, каких-нибудь других напитков, там не слишком дорого получается. Нет, нормально. Хорошо. Так, у нас еще 5000. Сейчас мы чуть-чуть увеличим скорость. Люди... Давайте посмотрим. О, какой! Я очень рад, что ты так спешишь в наш парк. Вы посмотрите, какой спортсмен. Пришел, молодец, успел, первый. Ну, наверное, да. Желание быть первым всегда впереди. Так, ладненько. Ага, я думал дворника нанять. Какого дворника? У нас нет ни скамеек, ничего. Давайте перейдем и поставим какие-нибудь скамеечки. Чтобы людям было где отдохнуть. А то гуляя по нашему вот этому огромному парку, они устанут. Блин, вот тут как-то криво она встает на этих углах. Давайте мы вот так вот поставим. И вот. Вот, хорошо. Место, где посидеть, есть. Теперь здесь, напротив магазинов, тоже нужно сделать немножечко урн и скамеек, чтобы они могли посидеть и покушать. Ну и здесь то же самое сделаем. Давайте так, чтобы было вроде бы как ровно. Потом все равно все это придется переделать, когда у нас появятся деньги. Вот так. Хорошо. Такой пустой, пустующий. Ну, что ж делать, на харде так на харде начали. Вот я вижу, уже начинается. Вот они, наши гости. Узнали о нашем парке. Кстати, можно будет еще и маркетинговую кампанию проводить.
Здесь это можно делать. Вот видите, маркетинг, стартовать, реклама на газеты, телевидение и онлайн. Ну, тоже ничего. Всякие баннеры, видео, виртуальные видео. Ладно. Ну, 4000 у нас есть. Давайте посмотрим, что мы еще можем сделать. В первую очередь, это, наверное, надо украшать. И на этот раз я не хочу это как-то бездумно украшать. Нужно все это сделать как-то интересненько. Я, слушайте, я не видел такого. Интересно, они сами действуют или они так просто, как по скрипту, открываются, закрываются? Давайте мы их поставим. Да, они просто открываются, закрываются. Ладно, давайте удалим их. Посмотрим вообще все, что у нас здесь есть. О, у нас не так много-то всего и есть. Хорошо. Давайте немножко добавим освещение. Вот так вот. Обязательно на дорожках добавим освещение. В эту сторону. Вот так. Так, вот эти все штучки, украшалки, ну это, конечно, хорошо. Наверное, даже не так, а вот так вот. Таким вот образом. Ладно. Начинает уже темнеть, а у меня еще не везде свет стоит. Так. Ну, по чуть-чуть, и вроде бы становится неплохо. Так, ну я говорю, у нас пока что мало всего есть, но мы с вами стараемся. Ну вот, уже и рассвело. Народ идет, деньги потихонечку должны прибавляться. Кстати, я здесь что, переборщил? Давайте-ка мы сбавим. Эй, ребята, в чем проблема-то? О, кто-то решился. Ну, я знаю, что писали разработчики, что у некоторых есть свои определенные нужды. Они хотят, чтобы было определенного количества тошноты, там еще что-то. Ну и вот этот аттракцион, который у нас, ну честно сказать... Никакой 5.8, 5.4, 4.1, может быть, просто им не нужен. А новый аттракцион у нас еще не изобрели, да? Нет, еще не изобрели. Ну что ж, давайте немножечко полюбуемся красотами пустынного парка.
Конечно, он безумно пустой. Но потом у нас здесь будет много народу, и, конечно же, мы будем отстраивать его очень-очень-очень красиво. Особенно в самом конце мне хочется сделать, чтобы горки проходили сквозь здание. Это будет очень хорошо. Так, давайте посмотрим. Да, у нас готовы еще два аттракциона. А, ну один... Это сувениры. Вот сувениры. Да, хорошо. Давайте поставим сувенирную. Да нет, только сувениры. Вот. Молодец. Ценники завышать пока что не буду. Пускай хотя бы так будет. Блин, у нас деньги... Деньги-то не особо прибавляются, да? Ну, это, конечно же, мы тратим деньги еще и на изучение. Не забываем. Так, у нас готовится новая каруселька. Давайте посмотрим, что мы можем еще. 1500. Да, давайте все-таки потратим деньги. Пускай они у нас... Ух. Пускай деньги должны быть в ходу. Это хорошо. О, вот эти, наверное, в туалет бегут. Сейчас посмотрим. Нет. На скамеечку? О, как. А здесь, видимо, скамеечки были заняты. Давайте еще поставим несколько скамеечек. Ну, видите, какое у нас начало немножечко расслабленное. Ничего строить нельзя, ничего делать нельзя. Но, я думаю, все наладится. Пока что нам дворник не нужен. Они все будут скидывать в мусорки. А вот как только мусорки начнут переполняться... Кстати, уже одна переполненная стоит. Нам придется нанимать... Блин, придется нанимать. Что ж делать-то? Дворник, иди, работай. Так, ну что ж, давайте еще чуть-чуть посмотрим, как у нас будут твориться с деньгами. Единственное, что меня радует, что народ все-таки приходит. Это хорошо. Чуть-чуть тратить деньги и приходит. А что там у нас... Да, мы еще потихонечку отдаем наши кредиты. Ладно, надеюсь, мы не загнемся. Всем спасибо за внимание. С вами был Тормод. Мы начинаем строить с вами свой парк на тяжелом уровне сложности. И параллельно, я еще обязательно запущу, мы с вами будем строить в песочнице. Вот, так что выход будет идти не ежедневный, а, так скажу, не особо регулярно. Поэтому не обижайтесь, если будут выходить не каждый день. Всем спасибо за внимание, с вами был Тормод, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока!